На конкурс дети читают стихи. Наука Ржавин, дети в Освенциме. Читает Русаков Иван, 15 лет. Мужчины мучили детей. Умно, намеренно, умело. Творили будущее дело, трудились, мучили детей. И это каждый день опять, для дня. Ругаясь ведь причины, а детям было не понять, чего хотят от них мужчины. За что обидные слова, побои, голод, что причание? И дети думали сперва, что это за непослушание. Они представить не могли тому, что было всем открыто. По древней логике земли, а взрослых дети ждут защиты. Одни все шли, как смерть страшны, и дети стали образцованы, но их все били так же снова, и не снимали с их вины. Они хватали за людей, они молили и любили, но у мужчин идеи были, мужчины мучили детей. Я жив, дышу, люблю людей, но жить была мне постыла. Как только вспомню, это было. Мужчины мучили детей.